Якщо вам треба поїхати у відпустку, чи, можливо, у подорож до іншої країни чи іншого міста, а собаку ні з ким залишити, відчаю немає меж. Що робити, знає наша наступна гостя, яка розкаже, як же бути з тваринами, які залишились. Отож, Світлана Козаченко-Турчина, власниця готелю для собак, і ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Пані Світлано, як взагалі з'явилась ідея розробити такий проект и створити у нашому місті готель для тварин? Ну, изначально у нас была школа, только школа для собак. Часто просили у нас потренировать собак у себя, забирать их к себе и тренировать их у себя. Вот. Потом те же ученики, которые у нас учились, им нужно было куда-то уезжать, хозяевам, и они оставляли у нас собак. Так появилась сама идея гостиницы для собак. Сначала это собаки, были... так? Лише собаки? Да, да, конечно. Ну, кошкам у нас будет некомфортно, я думаю. Ну так, много собак. Да. Вот. И поэтому сначала были только ученики, а потом уже появились и другие у нас гости. Пані Світлано, зараз новорічні свята, люди хочуть відпочити і, можливо, за якихось умов не можуть взяти з собою свого улюбленця. Чи є вихід з такої ситуації і що потрібно? Чи потрібні документи? Взагалі в Україні як поставлене це питання? Чи потрібні документи власника, чи документи на саму собаку? Взагалі як оформити тварину? Ну, мы с теми учениками, с теми людьми, которые у нас учились собак, у нас больше уже доверительные отношения. Они у нас очень часто оставляют. Если же нужен договор, мы составляем договор. В договоре прописаны условия и содержание, и о том, если случится форс-мажор, то есть все обстоятельства прописаны. Угу. Нужны тогда документы, конечно, для составления договора владельцев собак. Вот. И нужны документы самой собаки. Естественно, чтобы собака должна быть чипирована, как бы подтверждение того, что это именно эта собака. Угу. Так, ну це зрозуміло, тому що зараз така кількість різних варіацій може бути, не знаю, там загубилася, чи кудись побігла, чи може там щось не те з'їла. Тобто це така серйозна відповідальність. Це дуже серйозно. Як ви витримуєте таке навантаження? Чи хтось вам допомагає? Я скажу, що це огромний опыт. Потому что мы работаем с мужем вместе только вдвоем. И много лет мы пытались себе взять помощников. И все полностью свалить мы их на них не можем, потому что нету такой ответственности, как есть у нас. Вот. И это огромнейшее, если собака заболевает, мы нервничаем больше, чем за своих детей, естественно. Потому что это чужая собака, которая относится так же, как к своему ребенку. А с приводу харчування, чи там є шведський стіл для тварин, чи вони можуть свою їжу принести, і ви вже потім будете знати. Все, вони їдять так, у них таке харчування, і дотримуватись звичних для них таких їстівних процесів. У нас насчет этого є така замечательна поговорка: на переправі коні не міняють. Це касається собак, питання. Потому что если собаку привозят и говорят, мы кормили сухим кормом, и переводите его, готовьте ему, переводите на натуральную пищу, да, там кашу, может, с мясом, то мы не позволяем этого сделать, мы отказываемся, потому что стресс, собака остается в чужом месте с незнакомыми людьми, и еще плюс перевод на другое питание, естественно, сбой какой-нибудь будет, и собака может заболеть. Может захворить, звичайно. Да. А с приводу стрессу, каждая собака, она по-своему может адаптироваться. В среднем сколько треба часу для того, чтобы комфортно прошиться в цей процес? Это для каждого индивидуально. Есть собаки, которые адаптируются, можно сказать, мгновенно, с очень хорошей нервной системой. Щенки очень хорошо и быстро адаптируются. Тяжело тем, которые очень много лет никуда их нигде не оставляли, и первый раз они попадают к нам. Но здесь период адаптации примерно неделя. Если вот уезжают неделю на 2, на 10 дней, то адаптация проходит примерно неделю. А скільки наразі є тварин у вашому готелі? Чи маленькі тваринки, чи великі? Ось які зараз собаки? Зараз у нас 12 собак в гостях. Это разные. Это и мопс, это и корги. Золотистый ретривер, лабрадор, немецкие овчарки две у нас.
Ми бачимо, бачимо, як вони відпочивають. Дуже комфортно, до речі, і зручно собакам. Чи мають вони можливість спілкуватись між собою? Если собаки социальные, если они могут дружить друг с другом, то они могут. Но не все такие. Есть собаки, которые абсолютно отказываются общаться с другими собаками. То они, естественно, общаются только с нами. На выгуле мы с ними общаемся, играем. Вот. А когда они вот социальные, им проще адаптироваться, потому что они смотрят на другую собаку, они смотрят, что эта собака здесь, ей весело, она подходит к человеку, значит, этого человека уже не стоит бояться. То есть уже пример подражания действует. Чи хочуть вони повернутись потім до вас знову? Многие, да, многие к нам возвращаются опять. И им у нас весело. Многие даже уезжать не хотят. Нічого собі. Да. Скільки вони можуть максимально бути в готелі? Ну, скільки, на скільки днів? Чи було так, що на рік, наприклад, залишили тварину? Ой, було, що не на рік, а, по-моєму, 3 года у нас жив один хаски. Ну, его, слава Богу, забрали. Мы уже думали, что ее не заберут. Три роки собака была у вас. Можно сказать, пока еще просто учились. Жила. Студенты с другой стороны, они купили собаку, но не смогли ее содержать, поэтому она жила у нас. Они периодически приезжали к нам, и потом они ее забрали к себе в свою страну. Це взагалі такі історії бувають, коли людина переїжджає кудись в інше місто, наприклад, влаштовується там, влаштовує собі інше життя, там квартиру, роботу і так далі. І бувають різні життєві випадки, коли ми не можемо взяти з собою тварину. Тварина до нас звикла, ми знаємо, що треба догляд, треба вигулювати, треба постійно нею займатися. Немає такої можливості, і тут якраз добре, що є зараз місця, де можна це зробити. У вас перший такий готель, готельний комплекс, чи ще, ви знаєте, є у нашому місті? Так, є, є несколько гостиниць, є ще одну гостиницю, дуже знаю, люкс, хорошого качества, хорошого, високого рівня, але вони приймають, по-моєму, тільки мелких собак. Вот. Есть еще несколько гостиниц, но у нас гостиница, я говорю, у нас гостиница семейного типа. Мы там и живем, мы находимся постоянно круглосуточно там. А які фахівці повинні бути? Чи треба ветеринар, щоб був на місці? Чи достатньо вашої підтримки? А ви вже вирішите, якщо треба буде ветеринар, то повезете. Якщо треба буде приглядати, то теж можна це зробити. І взагалі, як можна вигулювати тварин? Їх же багато. Конечно, ветеринар желательно, чтобы был. Но столько лет мы занимаемся, если нам понадобится ветеринар, если мы видим по собаке, что она, возможно, заболела, да, вот мы сможем в любое время отвезти, и мы согласовываем это с владельцами собаки, куда отвезти, потому что в основном у всех собак свой врач. Поэтому мы согласовуємо, якщо собака заболіла, куди ми її повинні відвести, к якому ветеринару. А з приводу вигулу, чи треба кожній собаці свої години, чи треба взагалі це все регулювати? Тому що у вас може бути свій графік, а собака звикла зранку там, о 5 годині, чи там о 6, чи о 7, так? Звикла до свого. Чи це ви з'ясовуєте і якимось чином відповідаєте тим нормам? С новыми собаками мы, конечно, те, которые к нам поступают впервые, мы, конечно, уточняем время первого выгула, время последнего выгула, гуляют ли днем. Но у нас график составлен настолько много выгула, что они вот быстро привыкают, настраиваются к этому графику, им так интересно. Мы гуляем 5 раз в день. 5 разів на день? Да, почему мы гуляем 5 раз в день? Потому что мы против постоянного выгула свободного собак. То есть у нас собаки, каждый имеет свое место, где она отдыхает. Собака приходит, приезжает к нам, она селится в это место, и после того, как ее поселили, она идет выгуливаться. Потом опять на это место она идет отдыхать. Да. Да, вместе могут отдельно. Есть у нас группы, к примеру, одни гуляют в одной группе, другие в другой группе, потому что кто-то с них там не дружит. Вместе. А які тварини переважно, от ви бачите по характеру, будуть погано себе поводити, їм буде незручно? Чи є такі особливі породи, на які треба звертати більше уваги? Да, это собаки став
питбуль. Это собаки, которые могут не дружить. В основном не дружат с другими собаками. Вот такие собаки у нас в основном гуляют отдельно, кроме тех случаев, когда они у нас уже обучаются с совсем маленького возраста, и мы можем знать их поведение. Угу. А якщо тварина звикла, наприклад, до якихось особливих умов, а якщо вона звикла, наприклад, спати десь, де їй хочеться, от як тут, там, прийти до господаря, наприклад, є такі тварини, які одразу в ліжко можуть заскочити, чи немає у вас дискомфорту з цим пов'язано? Нет, ну, понимаете, если мы хотим, чтобы собака не нуждалась ни в чем, то мы никуда не едем. Угу. Мы остаемся дома, и собака у нас ни в чем не нуждается, да? Вот, если мы селим собаку в гостиницу, то мы должны понимать, что у собаки будет отдельная комната, да, угу. И она на какой-то период времени будет чувствовать себя по-другому. Светлана, а чи є вольєри, якої форми і якого розміру переважно, так, для кожної собаки? Менше, угу. Мабуть, для маленької, ну, тобто, чи є якісь стандарти, які вже ви розробили? Та, у нас є, саме популярне, ми називаємо його хостел. Док-хостел. Угу. Это комната, в которой есть кондиционер, отопление, клетки. Вот собака селится в клетку, она выгуливается и обратно селится в клетку. Туда привозят все постельное, все места привозят с собой владельцы, естественно, потому что оно имеет возможность портиться, имеет другой запах, собака ее ворвет, уничтожает и так далее. Угу. Вот. И есть у нас отдельные комнаты, тоже комнаты с отоплением есть. И есть вольеры для тех собак, которые привыкли жить в вольерах, потому что нельзя менять градус. Вот если, например, собака привыкла жить зимой, то ее нельзя в отапливаемое помещение поместить. То есть для тех собак, які жили в квартире, угу. Або в будинку, например, у вас одні умови, так? Якщо звикли жити на вулиці, то інші, да. Так. І ви так намагаєтесь дотримуватися. Звичайно, з приводу того, чим вони можуть захворіти, ну, можуть один від одного щось схопити, наприклад, так, можуть бути шкідники, ось які теж добряче псують життя тваринам, собакам. Як ви, чи періодично оглядаєте, наскільки часто, як взагалі це відбувається? Коли ми приймаємо собаку в гостиницю, ми обов'язково перевіряємо ветеринарний паспорт. В ньому повинні бути вказані прививки, прививки должны быть не просрочены. Кроме того, ну тут уже, потому что в ветеринарном паспорте не всегда отмечают, мы верим больше на слово и по внешнему виду определяем собаки, потому что это очень видно, когда собаку проглистовали, когда дали ей отблох и клещей. Угу. То есть, ну, в основном у нас такие гости, которые не обманывают. Ну, так, они уже очень, доверяете, да, вже знаєте, багато років. Если собаку не обрабатывают и не колят прививки, то по собаке видно очень. Особенно если там не обрабатывают от блох, не обрабатывают от клещей, обязательно какие-то расчесы. Ну, естественно, таких собак мы к себе не принимаем, мы не рискуем. Ну так, а с приводу ось тієї поверхні, яка є у вашому дворі, ну, звичайно, що ми бачимо велика площа, так, угу. І можуть вільно вигулюватись там навіть тварини, так? Можна відкрити, і собаки можуть всі один з одним спілкуватися таким чином. А потім будуть переживати, хвилюватися, можливо, звикнуть до цих умов і захочуть знову того ж спілкування, яке було. Да, поэтому к нам часто приезжают такие гости, которые приезжают лишь бы для того, чтобы собака развлекалась. Угу. То есть они дома, но при этом собаку привезли, потому что собака очень скучает за вот такой движухой, так сказать. А чи можуть вони так само хвилюватися, коли їх залишив господар? Адже собаки настільки прив'язані до своїх власників, що просто можуть прийняти одного і не захочуть вже інакшого. І як ви тоді? Чи треба бути психологом для того, щоб спілкуватися з тваринами? Ну, конечно, собака всегда будет переживать, когда ее оставили. Каждый по-разному, у каждого свое время адаптации, но собака переживает потерю хозяева. У нас есть тоже такая услуга, например, привести собаку на несколько часов оставить, на день оставить, вечером забрать, чтобы собака понимала, что за ней вернутся. И тогда она более длительную разлуку переносит намного легче, потому что она знает уже, сколько раз за ней возвращались, значит, и этот раз за ней вернутся.
Але ви бачите ці хвилювання, так, як собака себе поводить? Чи плаче, власне, вона там десь хвилюється, я не знаю, вони ж можуть по-разному. І не їсти. Да, по-разному. Кто-то отказывается от пищи, это уже более взрослые, которым 2-3 года, они могут несколько дней даже не кушать. Вот. Кто-то просто ведет себя скромно, тихо, дома говорят буйный, а ведет себя скромно, тихо. Кто-то плачет. Вот. Но мы опять же опрашиваем владельцев собак и уточняем, как, что любят, какие любят игры, какие любят, возможно, вкусняшки, да, что можно предложить. И вот таким вот образом находим контакт. Кто-то любит мячик поиграть, кто-то любит перетяжки. Был такой случай, очень долго грустила одна немецкая овчарка, пока случайно не включился шланг с водой и не начал вот так летать. И она моментально забыла о всей своей грусти и начала играть с этим шлангом. И вот мы так ее вывели из стресса. Це ж треба скільки всього знати, так, і ну, десь щось випадково стається, та й господар не завжди може запропонувати, бо він і гадки не мав, що собака буде реагувати саме на такий рух, і, чи там на таку дію, чи ще на щось, так? Да. І бачите, як випадково, треба просто любити тварину. Це, мабуть, найперше, на що звертають увагу усі власники будь-яких, чи з готелі це буде, чи це, можливо, там ветеринарна клініка. Але якщо ви вже обрали свій шлях, пов'язаний з твариною, то треба розуміти, що тварина все відчуває. Да, конечно. Наостанок від вас хочеться побажання почути для тих людей, які справді мають ось таку життєву ситуацію. В них є усе для того, щоб в майбутньому продовжувати життя з твариною, але на сьогодні так сталося. Ну, первое, что я хочу пожелать, если вы знаете, что у вас может случиться такая ситуация, найдите человека или же гостиницу, с которым вы познакомите еще своего щенка, когда он еще будет щенком. Уже не щенок, познакомьте заранее. Это очень важно, чтобы собака знала того человека, к которому она попадет заранее. Тогда она будет переносить разлуку намного-намного проще. Если собака очень-очень нервная, да, если часто попадает в какие-то стрессовые ситуации, то есть испытывает стресс, возможно, какие-то успокоительные, посоветоваться с ветеринаром и какие-то успокоительные пропить до того, как отдавать собаку на передержку. Вот, ну, а так, да, конечно, лучше этого не позволять. Но если собака будет любить, то вам будет проще. И ревность, что хочу сказать, что ревность тут ни к чему, потому что если собаке будет нравиться на передержке, вам будет намного спокойнее за нее. Так, я теж в цьому впевнена. Дуже дякую вам, пані Світлано, за ту любов. Любов до тварин, яку ви даруєте кожного дня. Тому що, справді, кожна собака, кожна тварина відчуває. Вони знають, що їх люблять, вони знають, що подивляться за ними. І, ну і справді, тоді легше буде і господарям, тому що вони будуть впевнені, що віддали у добрі, надійні руки. І тоді, повертаючись назад, вони вже будуть знати, що їхня тваринка спокійна, вона нагодована і нічого з нею не сталося. Я вам дуже дякую, пані Світлано. Дякую. Будемо вам чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.